Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и в сегодняшнем видео хочу показать вам еще одну интересную и красивую шахматную партию. Это была снова сицилианская защита, но важнее то, что здесь была сделана жертва на h7, стандартная жертва в шахматах, которая встречается часто в структуре французской защиты, которая, к слову, у нас в партии и получилась. Также данная партия интересна тем, что белыми ее играл один из известнейших шахматистов начала 20 века, это Фрэнк Маршалл, который в частности внес и большой вклад в развитие дебютной теории, в частности в испанской партии есть контратака Маршалла. Здесь Маршалл играл довольно агрессивно, то есть после e4 и c5 он сделал ход b4. В принципе, в современной практике такой ход практически не встречается, потому что считается, что черный здесь разными способами получается хорошая позиция, то есть они даже не всегда стремятся к тому, чтобы удерживать лишнюю пешку, а в общем-то пешку эту готовы отдать, да, то есть получается остаться без лишнего материала, но с хорошим развитием. То есть, допустим, в этой позиции главный ход это cb, и в ответ на a3 тут по-разному черные играют, и e5 есть ход, и e6 есть ход, и d5, ну вот, например, можно сыграть e6 и получить примерно то же самое, что в партии, но в гораздо лучшей редакции. В партии же ход e6 последовал сразу, ну а ход e6 сразу это не точность, потому что здесь у белых уже все в порядке с материалом, то есть они не теряют пешку, и после bc, ставом c5 и d4, по большому счету белые получили все, что хотели, и если бы так черные всегда играли в ответ на сицилианский гамбит, я думаю, что данный дебют применялся бы в разы чаще. Так вот, в этой позиции уже у белых все прекрасно, то есть после слон b6, конь f3, в общем-то, белые сохватили дебютное преимущество, но, тем не менее, партия, естественно, что продолжилась, последовало d5 и e5, и вот то, что я говорил ранее, возникла структура, характерная для именно французской защиты, это пешки белых e5, d4, пешки черных e6, d5, соответственно. Черные играют конь c6, подрывая, ну, не подрывая, вернее, даже нападая на центр, белые играют c3, готовя ход слон d3, в дальнейшем последовало конь e7, слон d3, и в этой позиции уже сделали, как ни странно, черную решающую ошибку, хотя последовал тот ход, который я почти всегда в дебюте рекомендую, и из-за отсутствия которого почти всегда возникают проблемы, это ход короткая рокировка. То есть конкретно в данной позиции ход просто неудачный. Нужно было как-то решить проблему с центром белых и, вот, допустим, сделать ход f6. Данный ход является самым точным, то есть черные подрывают центр и все-таки не спешат с рокировкой. В принципе, здесь у них достойная контр-игра, то есть в целом после подрыва f6 все у черных более-менее нормально. После рокировки следует стандартная комбинация, которую вы видели наверняка уже много раз, возможно несколько десятков раз, это конечно же ход слон h7. То есть данный ход, безусловно, всегда нужно рассматривать в подобной ситуации, когда вы можете после король h7 сыграть конь g5 и затем выскочить верзем на поле h5. Ну, естественно, это имеется в виду на отход короля на поле g8. Ну, опять же таки, здесь важно понимать, что ходы король h8 и король h6, они всегда плохие, тоже могу показать, то есть король h8 самый слабый ход, потому что после ферзь h5, король g8, ферзь h7, черные просто получают мат, вот, ну, а если сыграть король h6, то тут как минимум белые могут выиграть ферзя после хода конь f7, это двойной шах, и, соответственно, далее теряется ферзь. Ну, и опять же таки, что еще, конечно же, стоит разобрать данные позиции, это ход король на g6, данный ход тоже черные всегда могут сделать после хода конь g5. Теперь у белых даже есть выбор, то есть несколько ходов приводит к победе. Вообще в таких позициях стандартные три хода за белых это ферзь d3, ферзь g4 и h4, но самое точное это именно ход h4. То есть идея такая, что белые хотят сыграть h5 и соответственно далее после король на h6 выиграть ферзя ходом конь f7. То есть примерный вариант такой, что если, например, черный какой-то делает ход типа слон d7, ну, по большому счету у них уже хороших ходов нет, то есть объективно слон d7 ход не сильнейший, но уже сложно предложить что-то хорошее за черных. Так вот, тогда белые играют h5, если сыграть король f5, то ферзь f3 будет, это мат в один ход, но после короля h6, опять же таки, как минимум ферзя черные здесь теряют, и далее, в принципе, понятно, что белые будут выигрывать в этой позиции, тут, в общем-то, уже ничего сложного не будет. Так что именно поэтому король g6 тоже ход нужно проверять, и после хода конь g5 со стороны белых почти всегда именно между король g8 и король g6 стоит выбор. Вот, но король g8 в данной позиции не сильно лучше, чем король g6, потому что следует ферзь h5, в принципе, по большому счету другого хода у белых и нет, но с другой стороны после этого хода
белые побеждают. То есть грозит вежда h7 мат, и чтобы не получить мат в один ход, нужно играть ладья e8. Но тогда все равно вежда h7, король f8 и очень точный ход, без которого вся комбинация бы не работала. Здесь как раз таки сказывается отсутствие пешки b2, и причем сказывается в пользу именно белых. Белый играет слон a3, то есть связывают коня. И в чем идея данного хода, что опять же таки нет защиты от хода вежда h8, вернее. То есть раньше был ход конь g8, а теперь на почти любой ход черных, типа конь, вернее слон d7, будет вежда h8, и конь c7 не может перекрыть от шаха, перекрыться, соответственно, подобным образом черные теперь не могут, получается очень быстрый мат. Да, так что поэтому в подобной структуре всегда, конечно же, нужно следить за жертвой на поле h7. Еще раз вернусь к ключевой позиции, то есть в данной ситуации, если бы черные сыграли f6, было бы все более-менее нормально, ну а если они играют рокировка, то слон h7, такой ход работает, потому что опять же таки здесь все варианты в пользу белых. Ну и в конце, в качестве небольшого бонуса, хочу показать еще одну очень короткую партию. То есть понятно, что разбирать ее отдельно нет большого смысла. Она состоит из одной единственной ошибки черных, но партия симпатичная, поэтому в режиме блиц я тоже ее покажу. То есть тут все было хорошо у черных, кроме последнего хода. Вот, но тем не менее, как часто в шахматах и бывает, после одного хода неудачного партия сразу заканчивается. Итак, у нас был разыгран вариант с ходом конь c6 со стороны черных, и далее они сыграли e5, вот, и здесь главным ходом является ход конь b5, вот, но последовал ход конь f5, редкий ход, после которого черные двумя ходами, это d5 либо конь f6 на выбор, ну допустим конь f6, получают отличную позицию, черных здесь полнейший порядок, но последовал другой идейный, но тем не менее проигрывающий ход, это ход конь g на e7, и после конь d6 черные неожиданно получили мат уже на шестом ходу. Так что именно поэтому следите за угрозами соперника, иногда можно проиграть в дебюте очень и очень быстро, так что, конечно же, всегда проверяйте, что хочет ваш соперник, и, в общем-то, соответственно, исходя из этого, уже делайте свой следующий ход. Ну что ж, всем тогда спасибо за внимание, и до встречи в новых видеороликах.